Завершился второй соревновательный день международных игр «Дети Приморья». Уссурийцы отметились громкой победой в легкой атлетике. Дмитрий Вахмянин выступал на привычной для себя стометровке. Но еще во время отборочных забегов стало ясно, что серьезную конкуренцию для всех на дорожках составляет национальная сборная Белоруссии. Первый забег, когда начинались только 100-метровые, были легкие соперники еще. Вот когда попал в финал, начались уже тяжелые соперники попадаются. Там кто-то больше пробегает, кто-то меньше. Вот попались китайцы, очень они вот быстрее меня пробежали. Но все равно я вырвался и занял первое место. Пьедестал почета после первых дисциплин легкой атлетики почти везде был у белорусов. Но благодаря Дмитрию Вахмянину заиграл и гимн России во время церемонии награждения. Воспитанник спортивной школы «Рекорд» принес команде уссурийского округа золото. Немножко время было похуже, и поэтому я переживала, что в финале, как он пробежит, думал. Ну, в душе я надеялась, что он в призы войдет, но выиграл мальчик. Данил Ревенко мог, конечно, получше прыгнуть, но третьим в длине стал. Прыгнул 5.86. Данил Ревенко с таким результатом стал бронзовым призером первых международных игр «Дети Приморья». А вот еще одному нашему легкоатлету не повезло, хотя именно на его прыжок делали большие ставки. Я бежал 100 метров, хотел пойти на яму. На яму я не пошел, потому что меня не приняли. Я не успел зарегистрироваться. Больше всего мне получается это прыгать. Обычный тройной прыжок. Сегодня у легкоатлетов заключительный день соревнований. Участников ждут забеги на 200 и 800 метров, прыжок в высоту и эстафета. Евгений Михайлов, Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс.